Для показа «Шанель» сезона весна-лето 2014 огромный холл «Гранд Палас» превратился в зрелищную инсталляцию. Модели дефилировали среди работ современных художников-концептуалистов. Мне хотелось определенного сходства между тем, что называют искусством, и тем, что считают модой, но при этом, чтобы не выглядело наигранно. В коллекции прослеживаются футуристические 60-е, при этом крой прост и идеален. Почти все модели с каре и в изящных сапожках до середины икры с контрастным мыском. Лагерфельд не устает каждый раз по-новому обыгрывать фирменную шанелевскую классику «Твид и жемчуг». На этот раз креативный директор «Шанель» вырастил жемчужины до невероятных размеров. Твид же стал легче и тоньше. Помимо черно-серо-белой классики, в коллекции много ярких цветов и нарядов мини. Это микс всего. Мне нравится идея очень оптимистичной коллекции. Все эти принты в стиле мазков. Поэтому там был мальчик с кисточками. Он отображал идею того, откуда взялись принты. Мне хотелось оптимизма. Мир частично погружен в депрессию. Но есть места, где люди очень счастливы. И если вы в депрессии, надевайте что-то радостное. Если вы одеваетесь депрессивно, это вгонит вас в еще большую депрессию. Среди зрителей показа были музы Шанель Ванесса Паради и французская актриса Виржини Ледуайен. Замечена также и американская певица Кэти Перри. Но днем ранее показал свою новую коллекцию еще один мэтр мировой моды, чьи наряды особенно любимы завсегдатайками красных дорожек. Встречайте, весна-лето от ливанца или сааба. Здесь главная тема – весенние цветущие сады. Это сад, кружевной сад. Меня вдохновил английский ландшафтный сад, где много цветов. Это стало нашей отправной точкой при создании цветовой палитры новой коллекции. И вот на подиуме расцветают белая камелия, плетистая роза и бугенвиллея. Радует глаз и свежая зелень. Любимые саабом кружева имитируют изящную тонкую листву. При этом женщина от именитого ливанца, как всегда, непомерно женственна и чувственна и выглядит по-королевски даже в недлинном наряде. Много кружева, но мы старались использовать его как ткань. Еще на платьях много графичных полос. Элиса Ап уверен, что в грядущем сезоне тюль и легкие ткани просто обязаны быть в арсенале каждой женщины. Особое место в его показе занимают двухслойные длинные юбки. Нижняя по фигуре, а верхняя прозрачная, легкая и широкая. Я чувствую, что в настоящее время женщинам нравится носить немного более развивающуюся, свободную одежду, а не обтягивающую. Поэтому мы предлагаем такой покрой юбки. Мне кажется, длинная широкая юбка должна занять свое место в гардеробе каждой женщины. Элиса Ап открыл свое первое ателье в Бейруте в 1982 году, когда ему было всего 18 лет. С тех пор за свой уникальный изысканный стиль он получил признание у миллионов женщин по всему миру, включая и королевских особ.